44-летняя Татьяна Навка встретилась с 51-летней Светланой Бондарчук и 55-летней Ольгой Слуцкер в Санкт-Петербурге. Подруги провели вечер в ресторане. Светские львицы выбрали эффектные черные платья для выхода. Ольга отважилась на откровенное декольте. За это она и стала объектом для шуток. Навка поделилась серией фото, на которых Слуцкер оказалась в центре между подругами. «Женская дружба, она такая, без зависти, но с юмором», написала Татьяна в Инстаграм. Фигуристка и бывшая жена Федора Бондарчука на снимках выразили полный восторг от груди Ольги. Забавным видео поделилась и Светлана. На видео она с Татьяной забавно реагирует на грудь подруги, а потом Ольга со смехом подкладывает яблоко в зону своего декольте. «Хорошие груди, уже полбабы», отметила Бондарчук. Ролик прокомментировала супруга пресс-секретаря президента России. «Бабы на все 100% шикарные», заявила Навка недавно. Татьяна показала красавицу маму. Блондинка спорит с мужем из-за дочери. Олимпийская чемпионка позировала в купальнике с декольте.